Новый национальный рекорд установили в Запорожье. 10 декабря представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали документально рекорд. Наибольшее количество прыжков собаки с отрывом четырех лап и захватом пуллер за 90 секунд. Его установила запорожская пара спортсменов Владимир Шпигун и бордер-колли Данаприс Веста. Результат – 91 прыжок. На сегодня это лучший результат, официально зарегистрированный в Украине.